Ядрин в минувшие выходные отметил День города. Обширная культурная программа, выставки, соревнования, концерт и салют. Так отпраздновали ядринцы очередную знаменательную дату. Самые достойные жители города получили награды из рук главы Чувашии. Побывала на празднике в Ядрине и наша съемочная группа. Город Ядрин основан в 1590 году как крепость укрепления после взятия Иваном Грозным Казанского ханства. Название населенного пункта кто-то связывает с именем чувашского богача Ядрина. Здесь находились его селения. Другие утверждают, что здесь лили ядра для артиллерии. Впрочем, этому факту нет документальных подтверждений. Первыми жителями крепости были стрельцы, пушкари и другие военнослужащие. Порой численность населения достигала 195 человек. Сегодня в городе проживает около 10 тысяч, и все они гордятся не только славной историей родного края, но и его настоящим. Зеленый город, чистый город, красивый город, очень хорошее место. Из нашего Ядрина вышли такие знаменитые люди, которыми мы очень гордимся. Николай Мордвинов, Зоя Миронова, Мария Гущина, спортсменка Мария Гущина. Также знаменитые люди, как Таня Юн. Конечно, для Трофимовых сейчас важнее другое событие – рождение их семьи. По словам молодоженов, специально этот день не выбирали. Но то, что день бракосочетания совпал еще и с Днем города, их только радует. Надеются, что история их семьи будет такой же долгой и богатой, как и история их родного города. Рождение вашей семьи как-то связано с Да. Мы здесь познакомились. Главное мероприятие, посвященное Дню города, прошло в парке «Старый город». Поздравить ядринцев приехал и глава республики Михаил Игнатьев. В городе и районе есть стабильно развивающиеся предприятия. Тому подтверждение – выставка. О том, что здесь комфортно и приятно жить, рассказывают сами жители. Здание РОВД построили недавно, дома высотные строятся, детский садик новый открылся на месте бывшего детского дома. То есть все идет к лучшему. Глава Чувашии сообщил о том, что к 1 сентября 2017 года всех жителей аварийных домов переселят в новые. Программа капитального ремонта и благоустройства придомовых территорий также немаловажна. Некоторые изменения ядринцы уже почувствовали. В этом году на строительство дорог муниципалитету выделено на 60% денег больше, чем в прошлом. С надеждой горожане ждут начала строительства высокоскоростной магистрали. Остановка будет на территории Ядринского района. Это что дает? Для жителей Чувашской республики, для вас всех. Практически по фактору времени пассажиры будут экономить свое время. За 3 часа практически, даже меньше, вы будете в Москве. Кто будет ехать с Москвы, будете уже дома. Кроме этого, инфраструктура рядом с этой дорогой будет очень мощно развиваться. История города пишется каждый день. На эти страницы попадут и те, кто из рук главы получил государственные награды. Ну а судьба завтрашнего дня зависит от тех, кто пока еще посапывает на руках матерей и отцов. В судьбу своей семьи они уже внесли определенный вклад. Именно с их рождением семьи получили федеральные или республиканские материнские капиталы. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Чтоб родилась семья.